В общем, друзья, еще раз здравствуйте. Да, а у нас с вами, как всегда, Toyota, которая не ломается, Corolla 2004 года рождения. Что сделал Антоша? Антоша замерил давление, которое у нас идет от насоса. Какого? Топливного. Куда? На рампу. И что вы думаете? Значит, манометр мы дали давление, он показал давление 3 атмосферы, постоял пару часов и упал до 1,5 атмосфер. О чем это говорит? О том, что идет утечка давления. Что мы будем делать дальше? Снимать еще раз насос. Угу. Снимать еще раз топливный насос. Друзья, если вы сталкивались с такой проблемой, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто, как, зачем и почему. А мы будем ждать. Скажи, что клапан менялся, фильтр менялся, то сейчас же там начнут. Клапан надо поменять. Пишите, друзья, пишите в комментариях.